Всем привет, дорогие друзья, с вами Мирослав. Сегодня у нас обзор журнала Лего Ниндзяго. Как мы видим, здесь Гармадон, и мы понимаем, что банда байкеров хочет его вернуть к жизни. Возглавляет это никто иной, как принцесса Харуми. В этом комиксе мы узнаем как раз о том, что эту Харуми и раскроют, что она будет тем самым молчаливым. Наверное, не только я один, но и вы думали, кто же на самом деле молчаливый. И никто не думал, что принцесса, которая сражается за ниндзя, окажется тем, кто хочет его захватить и вернуть к жизни злого лорда. Посмотрите, какие красивые тут картинки. Красивый также один из байкеров. У него есть красный меч. Это фирменное оружие. Красные катаны. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь.